Вперед наш луч! Вперед наш луч! Вперед, родной! Мы за тебя стоим! Номер 27-й, Данил Клёнкин. Навес, удар, рикошет и гол! Гол! 1-0 матч, мяч засчитан. Вообще статистика матча в пользу гостей. Достаточно ровно все было, но в последних матчах все... Ох, здорово. Смотрит Александр Носов за перемещение партнеров. Навес, удар поворотом. Гол! Обманул, какой красавец! Но Александр Носов застал врасплох Артема Леонова. И гол красавец. Ну это, конечно, даже я вот хлопаю в ладоши. Увидел он, что готовится. Это 0-1, ротор Химки 1-0. Вот так вот, вот я сразу, может быть, напрасно так. Носов, ну здорово-то в моменте сыграл и тут же. Ни на финты, ни на обманные движения ни по... как не реагировал. И здорово сыграл. Но тем не менее, еще одна атака. Так, не буду торопиться и с вводом мяча в игру. Здорово, здорово такая Гилоян, передача Пономаренко, ну Сергей. Так, ну все у нас уже готово, свисток арбитра, начинается второй тайм. И снова подбор за владивостокцами, надо во фланг там давать, там здорово разворачивает Гилоян. Тут индивидуально, конечно, очень силен Ишхана, и тут на носовом платке может здорово удары. Ну, молодец, Леонов! Такие необязательные нарушения порой приводят к плохим результатам. Удар выше ворот. Тем не менее, владелец мячом гости. Так, вот это еще одна ошибка. И шанс для контратаки. Луча Мязин забегает Носов. Мязин бьет перекладина. Да. Самарцы не сдаются, самарцы идут вперед. И вот, вот такие вот моментики все время есть. Тут мяч летает, летает, летает. Удар выше ворот. Здорово даст, а тут главное разбегаться. Тут Сергей Пономаренко тут самый шустрый оказался. Сам пошел, пошел, пошел и сыграл попроще. Понятно, опять Сергей не стал обострять. Но Сергей все-таки опорный полузащитник, осуждать в том, что он так действует. Навес, моментик, ну, Мязин! Да что ж такое-то с Андреем? Потихонечку капает. Да, вот он момент, удар. Сегодня очень теплый день, примерно 20 градусов было тепла. И вот атака самарца, ну здорово, здорово, моментище там. Уже пытается беспрепятственно, ну как бы не то что беспрепятственно, а без помех. Передачи-то идут в штрафную. Вот еще одна передача. Здорово, ну. Отбились. Отбились. Отодвинуто на удар, попадает мяч в стенку, заброс, там борьба. Отбиваются хозяева, не то что еще отбились, но вот сейчас можно сказать отбились. И контратака, и вот шанс для владивостокца, тут все разбегаются, Павленко, перевод, да что такое, ну момент, удар и хорошая атака. Зотов, передача, нет, не точная передача. И свисток, свисток арбитра, 2-0, владивостокский луч энергия.